северной столице состоялся четвертый этап картингового кубка СМП РСКГ. 84 пилота на протяжении более чем 3,5 часов боролись за верхние строчки в турнирной таблице. В соревнованиях принимали участие пилоты российской серии кольцевых гонок и представители других гоночных дисциплин. А коль скоро этап проводили на выезде, к мероприятию удалось привлечь и новых участников. Мы здесь видим новых участников, которые в Санкт-Петербурге участвуют в прокатном картинге и не только, также и в профессиональном. Они приехали пообщаться сюда с профессиональными пилотами, ощутить вот эту гоночную атмосферу. Соревнования командные, при этом сами команды определяются путем жеребьевки. Так что его величество случай может считаться полноправным участником соревнований. Впрочем, как отмечают профессиональные пилоты, правила здесь щадящие по сравнению с большими профессиональными гонками на выносливость. Ты не должен угадывать, на какой карте тебе надо попасть. Ты не должен угадать, сколько тебе надо ехать, когда тебе заехать на пит-стоп, чтобы не встать за кем-то, не потерять время. То есть здесь тебе машут, ты заезжаешь. В принципе, ты полностью сконцентрирован именно на гонке. По итогам 220-минутной гонки лучшими оказались коллективы, возглавляемые пилотами СМП РСКГ. Золото досталось коллективу Михаила Засадыча, серебро и бронза командам Сергея Иевлева и Максима Скорика соответственно. Финальная гонка Кубка состоится в конце марта на московском картодроме «Микс Картинг».